Все меняется. Правая ручка на уровне примерно плечевого сустава по высоте над коленкой. Позиция у нас вот такая. Перенос веса вперед, назад. Вес на правой ноге, правая рука на уровне плечевого сустава. Начинаем опускать руку вниз, перенос вес на левую ногу. То есть первая плечевая точка у нас вес на сзади стоящей ноге, колено впереди стоящей ноги чуть-чуть согнуто, ладошка над коленкой, подмышка чуть-чуть раскрыта. Теперь отсюда делаем подбивающее движение немножко рукой. Переносим вес на правую ногу и разворачиваем кисть сюда вправо. Вторая ключевая точка. Делаем опять раз. Окончание переноса веса совпадает с окончанием движения руки. Два. Начинаем подбив, переносим вес плавно, и окончание переноса веса совпадает с окончанием движения руки. Первая фаза. Двух. И вторая фаза. Вес назад, рука внизу. Вес вперед, рука вверху. Опять же, не забывайте сначала подбивающее движение, потом разворот кисти вот сюда наружу. То есть протягиваем небольшим, наполняем кисть хорошо. Раз. Два. Синхронизируем с переносом веса. Раз. Два. И потом то же самое выполняем на другую сторону. Левая рука. Вес на правую ногу сбиваем вниз. Рука над коленкой. Вес на левую ногу, отражаем вверх. Первая фаза, вторая фаза. Разворот таза поясницы. Таз работает точно так же по восьмерочке. Перетекание, натяжение макушки. Грудная клетка слегка вогнута, спина растянута. Хочу побрить. Раз, рука вверху, рука внизу. Натягиваем макушку, макушечное усилие. Макушка тянется вверх. Выдох. Плечи выключаем, расслабляем, работа за счет поясницы. Отражение наружу, вес налево. Сбивающее движение вниз, вес направо. То есть плоскость у нас вот такая идет. Практически как прямое наматывание для одной руки. Только прямое наматывание у нас идет в этой плоскости. А цементинцы боковое наматывание идет вот в этой.